Добро пожаловать на сервер Cirrus X5. Вот я до этого когда-то играл на пиратках, много лет назад, может 10 лет назад, может больше. Мне не понравилось. Я не помню, кстати, что там за пиратка была. Мне не понравилось, потому что там очень мало людей было, то есть ни пати не найти и так далее. Не поторговать ни с кем. Вот. А сейчас в связи с последними событиями в этой стране отключили оплату, действительно. Там вроде какие-то есть западные способы, можно как-то оплатить подписку на WoW, но там как-то сложно, не знаю. Вот, то есть, по крайней мере, карты это сделать нельзя. Российского банка какого-либо, вот. И зашел и на пиратку ворвался. И оказалось, что тут очень даже неплохо, то есть я сейчас покажу, там людей в середине Штормграда стоит больше, чем в Season of Masters было. То есть тут реально много играет, ажиотаж. Перчатки, которые я завендерил. 18 1250 опыта. По факту это 27, потому что тут X5 бонусы. Плюс премиум бесплатный на неделю, насколько я помню, дают. Я вот недавно зарегался, тут недавно скачал. Второй или третий день играю. И еще сегодня выходной. По выходным тут бонус. XP, ну я уже отыграл бонус. Там 7, на 7 что ли часов дают, на 5. Сейчас добежим до торгового квартала. Играю я высшим эльфом. Почему? Потому что я всегда хотел эльфами крови поиграть, они мне нравились, но они Нардия, а я Ордой не играю, я играю только Альянсом. А высшие эльфы, они очень похожи, то есть это тоже что-то из расы эльфов крови. Там, так сказать, один народ. Вот, поэтому я остановился на высших эльфах. 32 уровень, ну это буквально там второй-третий день игры. То есть очень быстро апается. Начинаешь ты, вот, Нордрасил, Хиджал, там начинается сюжетка, офигенно, я не помню, где подниматься, ладно, сейчас посмотрим. Анимации тут очень быстрые, мне кажется, но это все-таки не стоит забывать, что пиратский сервер, как-никак, но очень качественный, то есть базара нет. Но он пиратский, да, то есть тут анимации очень быстро сделаны. Ну это, конечно, не в минус серверу, только в плюс, вот. Тут анимации лута, мне кажется, быстрее, чем на офе. Ну, мне так показалось. Я просто давно не играл в офф. Вот. До этого играл на офе всегда. Притом я даже не на ретейле, а в Season of Masters последний раз играл, если не ошибаюсь. Мальчик с котятами, что у него тут? Кошачья клетка. Блин, подлагивает. Сейчас посмотрим, что я могу сделать. Я чуть-чуть понизил настройки. Вот, пожалуйста. То есть я на Season of Masters даже столько не видел. Вот, пожалуйста, центр Штормграда. Сколько вот тут игроков. То есть это очень хорошо, ты и пати быстрее найдешь и так далее. 80 уровень максимальный, то есть тут получается патч там 3.15 или 3.13, не помню какой. Короче, это Гнев Короля Лича. Это по сути самый популярный патч. Вроде он всегда на всех пиратках. Сюжетку я очень быстро, то есть я далеко не всю ее делаю, конечно, потому что тут бонусы, рейты, X5, то есть если каждый квест делать, то мобы серые зачастую будут. Поэтому я быстро, как мобы становятся там зелеными на локации, так я сразу ухожу. Потому что тут прокачка быстрая с рейтами. Только лучшие товары. До встречи. То есть, например, западный край я почти весь скипнул.
Я вообще там почти квесты не делал, ну и так в каждой локе. Из-за высоких рейтов, экспы. Сделал потише, но нифига потише не сделалось. Так, вот так. Красногорье я вообще скипнул. То есть прокачка идет через данжи у меня. Постоянно трупы где-то на земле. Постоянно какой-то движ идет, то есть много людей играет, это офигенно. У Сируса вообще там 3 что ли сервера, я не помню. Да, по-моему, 3 или 4. Это вот самый последний Сирус X5, то есть тут наибольший... Наибольший хайп вокруг сервера. Вообще, из хорошего лута стоит отметить то, что я отравляющий мститель дропнул. Я вот не помню, в Гном Регане или где-то в другом данже. Даже 51 минута вот еще осталось, то есть недавно. Я, по сути, качаюсь по данжам. Ну вот, конечно, минус больших рейтов, то, что... у меня шмот дефолтный, вот, например. Штаны вообще дефолтные. То есть я вроде по уровню расту, да, а шмотки остаются прошлые. Потому что тут буквально один данж, один левел. Да даже больше, там с данжа по 5 левелов апается. По крайней мере, до этого так было на низкоуровневых. Вот будем дальше следить за развитием сервера. По идее, сейчас не весь контент еще открыт. Будет открываться дальше. Также тут донат-шоп присутствует тоже. Какие-то комплекты, вот 1000 золота, еще что-то. Маунты прикольные есть. Но я пока не донатил, ничего тут не покупал. Трансмоги всякие. Чё ж оно лагает-то, интересно? Категории тут, типа, когда 80-й берешь, потом, типа, категории идут. Ну, тут и гирскор есть, и категории. Это же после 80-го открывается. Не знаю, даже тут X5, не знаю, за сколько времени я 80-й возьму. По идее, должен быстро достаточно.